Перед просмотром этого видео я хочу вас попросить скачать программу VPN и поставить местоположение любую другую страну, кроме России. Например, США, Калифорнию, Канаду или что-нибудь такое. Это будет огромный вклад в наш канал. Всех очень сильно любим. Всем привет, всем доброе утро. Сёмик еще спит, как вы можете заметить. Я уже проснулась, жду, когда он тоже начнет просыпаться. Уже его нужно будить, потому что уже утро. Вот, и я вам сегодня хочу показать, как проходит наше летнее утро с Сёмочкой. Я уже буду чуть погромче, потому что ему нужно вставать. Кстати, он подрос, и бодик, который мы ему покупали, когда он только родился, видите, стал ему маленький. Такие сладкие ноженьки наши. Просыпайся, малыш мой, просыпайся. Сёмочка, доброе утро. Доброе утро, мой маленький. Я пока немножечко приведу себя в порядок, пока он будет просыпаться. Вот. Потом его покормлю, и мы пойдем гулять, потому что сегодня на улице жарко. Мы только приехали из деревни. Да и сегодня, в принципе, дел особо нету, поэтому почему бы нам не пойти на улицу. Я стараюсь сейчас для вас по максимуму снимать разнообразный контент. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео вы еще хотите, с кем вы хотите. Кстати, у меня опять та же самая паста. Те же на арене, Marvis, только уже это новая линейка с чаями. Но мне больше нравится классическая, в ней больше мяты. Мы пока были в деревне, она пошла по рукам, ее попробовали все. Я еще уберу кошачий лоток, пока Сёма просыпается. Я ни в коем случае не сливаю эту воду в ванну, не сливаю ее в туалет, но споласкиваю его, а потом выношу воду. Я уже принесла Сёмика. Вот, я его сейчас хочу подмыть. Он как раз проснется за это время. Это у нас обязательный утренний ритуал. Я уже одела халат. Видите? Так. Просто одной рукой не сильно удобно. Сёмик, помогай. Опа. У нас присыпочка, кстати, обязательно пользуемся. Вот. И сейчас пойдем мыться. Давай ему линчика с тобой. Вот, Сёмочка, проснулся. Вот он и проснулся, Сёмочка. Вот, потом его. Будет принимать сейчас воздушные ванны, да? Будет Тёмочка принимать? Будет. И мы с ним вот так вот какое-то время ходим. На самом деле, чтобы подышала у него попка после ночи, после памперса. Так, прям надели памперс. Сейчас мы откроем присыпочку нашу. Вот так вот. Вот так. Так, теперь у Сёмочки ничего не запреет. Вот Сёмочка кушает, я его положила сейчас. Наестся молочка маминого, и мы будем собираться на улицу. Кушай, кушай, хороший мой. Какие сладенькие пяточки. Напишите, пожалуйста, как вы кормите своих малышей грудным молоком, то есть у вас грудное вскармливание или смесь. Потому что грудное молоко это намного удобнее, это не нужно растворять смесь. Постоянно под рукой молоко покормил. Ну, тоже, кстати, есть некоторые нюансы, но тем не менее. Специально для тех, кто будет мне писать в комментариях, что у меня проблемы с головой. Да нет никаких проблем с головой. Это ролл-плей, это игра на камеру. Я прекрасно понимаю, что это все наиграно. Если вы не понимаете, то мне вас очень жаль. Просто выйдите и не смотрите мой канал. Так, одевать мы будем наши носочки, потому что все равно Сёма еще маленький. И оденем вот этот вот песочник с Симбой. И пойдем на улицу.
Потому что у нас очень непонятная погода. Вот сейчас там солнце. Вот только что не было солнца, был ветер. Поэтому в любом случае я его накрою пеленочкой. Я думаю, что будет отлично. Ну вот, мы оделись. Сейчас я тоже оденусь и пойдем. Вот видите, ему, кстати, в самый раз этот песочник просто идеально сел. Я оделась, одела майку. Ой, мы ее покупали в Греции или в Черногории. Короче, еще пару лет назад точно. Лет 5. Сейчас пойду доставать позже коляску. Так. Здесь сушит холодок. Ну вот, видите, какой ветер сильный на улице. Поэтому непонятно, что с погодой. А еще, кстати, грязные колеса, потому что мы когда ходили гулять с Лиамом после дождя. Коляска. Застелю хорошенько, его пристегнем, чтобы он не выскочил ничего. Сейчас я опущу спиночку до конца. Опа. Вот так вот. Все замечательно. Сейчас положим Сему. Пойдем, мой хороший. Опа. Пойдем. Ложись, сейчас я тебя пристегну. Так, затянуть надо будет ремни, потому что они оттянуты были под Лиама. Вот, я его пристегнула. Сейчас мы его закроем. Так вот. Где наша пеленочка? Еще пеленочка сверху накроем. И будет вообще замечательно. Наверное, накрою я его вот так вот. Как обычно. Потому что ветер на улице, чтобы ему не задувало. Потом, если будет жарко, или мне нужно будет его достать, то я открою и достану его. Все. Пушечкой откроем. Вон он там лежит, наш зайчик.